Всем привет! Сегодня 12 сентября. Очередная рыбалка у нас вновь на реке Илек. Земснаряд. С крайней рыбалки прошла неделя. Приехал на то же место, где в прошлый раз рыбачил. Погода, в принципе, 22 градуса. Но обстановка на самом земснаряде чуть-чуть поменялась. В прошлый раз было много всплесков, рыба играла, плескалась. Ну а сегодня как-то чуть-чуть затишье. Сейчас время уже 19:00. Приехал я где-то 17:30. Разложился, закормился. Ну вот за час уже две рябины поймал. Вот одного подлещика, одного карася. Поставил один спиннинг на живца. Может, щука возьмет. Ну, хотя не видать, чтоб что-то гоняло. Будем рыбачить. С насадок сегодня у нас два спиннинга. Поставил я на крышку. Один на флет и один на плавающий бойл. Ну, в принципе, все. Последнее время опарыша не беру, потому что на него почему-то не идет. В основном на каши. Прикормка для кормушек. Варил пшено и добавил магазинную прикормку для леща. Ну, болтушка — это уже традиция. Вот и все, в принципе. Ну, тут кукуруза еще. Ну, на кукурузу что-то последнее время не идет. Не знаю. Закорм делал, добавил ее полбанки туда. Пока тишина. Ждем. У нас помощник. Ну и что там? Клюет? Ну. Ну вот, видишь как. А спасибо. Да, сегодня как будто совсем другой водоем. Только мелочь плещется. Прошлая неделя веселая была, интересная. Прям вода посередине кипела. Крупняк прыгал такой. На живца ничего тоже нету. Саня, племянник, поехал на энергию. Не знаю, сейчас пытался дозвониться. Там связь плохая. Только надо
на бугор подниматься. Пока молчит. Так, у нас поклевка на крышку. Подлещик. Подлещик. Давай. О, ты опять пришел? Иди сюда. На, рыбу. Ну, ты, видать, не голодный. На. Пока не клюет. Немного порядок наведем. После свинтусов. Все позасирали опять. Не поспеваешь за ними убирать. По-хорошему бы это все мусорку выкинуть, но сожру хотя бы часть. Так, время 19:50. На середине у нас какая-то активность появилась. Всплески. Ну, дальше, чем я прикормлен. Там середина идет трава. Вот по ту сторону травы. Оно и в тот раз там плескалось. Я не знаю, что там такое. Яма, ракушка. Хорошо играет. Ну, не знаю. Прикормил неплохо. Может, и подойдет. Ух ты, вон как он играет. А у нас клюет. Опа. Крышка. Подлещик или вообще никого? На крышку поклевка была. Ну, походу, не засекся, наверное. Переходим к плану Б. План Б у нас... Это кофе. Сейчас кофейку попьем. И все нормально будет. Вот, и кофе попили. Работает. Чтоб рыба клевала, надо самому покушать, и все будет нормально. Небольшой перекус, поклевочка. Так. Ладно. Сейчас у нас пару поклевок было, и идет, да? Идет потихоньку. Это что-то холостых много вот стало в этот раз. Сегодня опять старичок работает. Там на другом тоже крышка стоит, но она молчит. Здесь клюет. Почти на одной линии лежат. Не знаю. Хер.
подлещик на кукурузу взял. Интересно. Да, сегодня клюв что-то неважный. Слабенько. Так, у нас поклевка долгожданная. Хороший подлещик. Стоять, стоять, стоять. Такой. Так, друзья. Время уже 22:30. Клёва нет. Время от времени поклёвывал там единичные поклёвки. Короче, поймал я там одного карася и штук 5 подлещиков, наверное. И всё. Чё-то не всплесков. Ни движения никаких. Сегодня, наверное, пораньше домой уйду. Вот такие дела. Здрасте. Наконец-то хвост сработал. Так. Кажется, еще и рыбу наловили. Так, друзья. Время 20 минут 12-го. Клёва нет. Буду собираться домой. Ну, как бы не было. Немного рыбки поймал. Сейчас посмотрим, что мы тут выловили. Так, выловили мы. Выловили. Вот. Подлещик такой. Карась. Еще один карась. И тут такие небольшие подлещики. Вот такой улов. Тут еще что-то поклевывал у нас, пока я рыбу убирал. Друзья, вот такая рыбалка у нас получилась. Еду домой, поймал 2 карася, а вернее 3 карася, 5 подлещиков.
я поймал маслет. Остальные на крышку. Вам спасибо за просмотр. До новых встреч.